Давайте смотреть, что у нас тут вообще происходит. Нужно исследование изучить. Так, история испытания выжившего. Следуйте, обучайте, у нас сейчас миллион, нам надо. Понятно, все как обычно, прекрасно работает. Я, если честно, просто в шоке с этой игры, как она играется. Просто в последнее время они как не выпустят обновление, это просто куча багов. Одна большая куча багов. Ладно, давайте смотреть. Вот 29 миллионов. Поехали собирать исследования. Сколько нам с этого дали? Миллион 100 тысяч. 100 тысяч нам дали. Но основа сражения в любом случае нам надо докачивать. Как ни крути. Но сейчас мы пока займемся вот этим изучением. Давайте атаку будем изучать. Смотрим, что мы там изучаем. Мне помогать будут сегодня, нет? То есть у меня не особо кто-то там стремится помочь. Что, вообще онлайн-то нет? Ёшкин кот. Ладно, поехали так изучать. Исследование. О, уже по 3 часа, нифига себе. Что-то там так серьезно. По очкам сколько дают? По очкам, слушайте, немного до 10 уровня дают. Так, давайте смотреть, что тут. 7 часов 20 минут. Что тут какие-то такие цифры уже большие. 5-й. Все? 6-й уровень? Реально? Плюс 6% всего я смог изучить? Это какая-то жесть. Офигеть. 6 из 20, это все закачивается на последних уровнях. То есть там 12 уровней остается с каждым уровнем. То, если честно, это полнейший бардак. Я-то думал, я сейчас тут как наизучаю, наизучаю, а тут вообще ничего не наизучал просто. Самое главное, смотрите, сколько глины используют. Это же жесть какая-то. Это я что не смог изучить? Даже здоровье я не смог изучить. А защиту я не смог изучить. Жесть. Это реально какая-то жесть. Сколько там остается? Там надо посмотреть по испытанию выжившего. 9. Мы сколько набрали? 3700 мы пока набрали. Капец. Я так вообще вечность буду все изучать. Я-то думал, я сейчас нифига тут наизучаю, я тут вообще ничего просто не наизучаю. Я, короче, жестко прям расстроен. Ресурсов-то, конечно, не так много требуется, вот. Сломанная стрела с 18-го левела вообще изучается. Короче, если честно, очень все печально, я тут вообще ничего не наизучал. Ткани кожи там какие-то сумасшедшие цифры требуются. Сколько у нас там этой ткани и кожи? Где ее вообще смотреть? Где-то вначале, наверное. Где кожа? Кожа, рожа, все дела. Это шмот, а где ткани-то? 28 тысяч, 31 тысяча. Капец, я, конечно, вообще реально в шоке с того, что происходит. Еще и колбы! В смысле? И тут колбы. Тут вообще все на колбах завязали. А я такой наивный изучаю, такой... Колбы трачу просто вперед. Давайте посмотрим, с какого левела хотя бы колбы идут. Так, тут пока колбы не нужны. Я все свои колбы потратил, короче. Короче, четвертый. А, нет, вот еще как раз. Да, вот они, колбы требуются с 5-го левела. То есть я немного колб-то потратил.
Короче, это вообще дичь полная. И тут колбы нужны. Короче, тут везде колбы нужны. А колб что? Добывать вообще негде. Колбы только покупать. И мы опять приходим к чему? К тому, что? Чтобы что-то вкачать, нужно что? Короче, это вообще дичь полная. Опять колбы. Опять все в колбу упирается. 6 минут 24. До первого места недалеко. То есть колбы там нужны, колбы в основах сражения нужны. Просто прекрасно. Просто пушка, что я могу сказать. 3 дня. Не-не-не-не-не-не-не. Пайки бойцов. Здесь исследуем. Сколько тут всего нужно, чтобы что-то прокачать? Здоровье все еще не могу прокачать. Так, что у нас там остается? Там надо, чтобы так не пропустить первое место. У меня сейчас 12.38. 12.3. Просто на все нужны колбы. Эта игра просто... This is donation. Пайки снайперов. Сколько у нас там? 0.5, 0.2, 14.6. Пока тут и остановимся. Так, давайте запустим что-нибудь изучать. Например, пайки. Пайки и шмайки. Ну и потом здоровье какое-нибудь качканем. Нужно забирать первое место. Погнали. Ускорить. Ускорить. Сколько у нас сразу получилось этих двух? 19.5. Наука. Ускорить. Сколько? 21.8. Ну, чтобы он меня случайно не обогнал, мы сейчас в самом конце как бабахнем. Да, я думаю, мне бойцы больше нужны. Чем это все? Прикиньте, знаете, что забыл? Исследование изучать-то изучал, а исследователя не взял. Ну ладно. Надеюсь, не так много там проиграл. Давайте посмотрим. Дайте мне награду за первое место. О, награду за первое место. Прекрасно. Какой-то положительный момент от этого всего. Колбы — это просто вообще все в колбы. Все в деньги. Без денег на топ-левелах никуда. Обучение ставим. Так, а что у нас там по бойцам, кстати? Так, тут фул, тут фул, а тут... 2550. Прекрасно. И никто не лечится. Просто божественно. Просто прекрасно. Еще 1800 мне нужно бойцов.